Здравствуй, любимый зритель! Это продолжение FFA сериала Sid Meier's Civilization 6 за Конго. Но если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, ведь всегда лучше смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра! Так, человек активирован. Прям как уголь. Ага. Тут конец карты. Я понял. Еще один. И вообще Магнуса пересадить отсюда. В очередной город, где можно что-то повырубать. В Бокову, может. Наверное, блин, тут холм. От же ж. Блин, я из Тулузы забыл Вавилон перебросить. Есть свинка, шоколад, оливки. Так, а здесь найти источники. Египет, сделочку. Вообще гавань откроем сначала. То я открываю массовое производство, не имею возможности ничего там строить. Так, производство. Это правильно. Здесь так поставим. Вот так сделаем. Да, тут и жилье, и довольство есть, но мне пока нужнее наука. Ладно, следующим ходом могу пересажу, наверное. Странно, что именно в Хатусу большинство все посадили. Я посадил Вавилон, потому что он дает науку от шедевров литературы и от реликвий артефактов. То есть поэтому мне надо его
сюзеренить, и я буду получать... Так, народ, мне вначале на этот ход надо будет паузу 4, поставить. 5, 6, то есть уже 12 науки просто вот от него. Не, не, 13, 14, 15, то есть 15. 5. Ну, ставь тогда. 15 науки будет. Поставьте нормально, кто-нибудь, пожалуйста. Так. Ну, запретный город вроде как я построю. Вообще, мне бы карточку еще поставить, конечно, на колеснице. Так, я могу трех послов отправить. Ну, надо Вавилон сюзеренить. Вот, видите, 6 науки, 10, 12. Просто 12 науки на ровном месте. Инвитус обратно пересюзеренил. Мне надо, кстати, пооткрывать. Блин, да тут и у Египта немного места. Кстати, надо пооткрывать цивики, которые мне послов дают. Я, правда, сейчас двух получил. Строительная инженерия. Давайте я открою, наверное, такую традицию. Том оперу и балет, строительную инженерию. Вот так пойдем. Че, у шотландца все так плохо? Нет, у него все нормально. Нет, нормально все. Он сидит с 5 городами. А че, у вас там заруба еще и на море, что ли? Нет. У него на море 2 города. Не, ну там есть какие-то фрегаты, я видел, но... Не, ну у него флот вообще какой-то в другую сторону поплыл, я не знаю зачем. Я не знаю. Минус у меня далеко. Я решил попробовать. Так далеко, ты куда, вниз поплыл или вверх? Наверх. Так я внизу. Митяя, Вильнюс ты мне зачем перекупаешь? Вот оно что. Я не перекупал, я 3 посла туда только отправил, чтобы эти. Да, только у меня там 4. У меня их там 4. Ну, пошли туда еще одного, значит. Кто-то врет, мне кажется. Бонусы сосед. У меня вот камбуса, конечно, не очень. По сравнению с тем же греком. Ну, грек... Я не знаю, грек, во-первых, медленно расселялся, он реально мог тут город поставить намного быстрее, чем я. Ну и а француз просто решил не расселяться, зачем-то воевать. Это вот мне непонятно. Так я гоняю.
лодку построить. Кстати, неплохо прокачает и моих шпионов заодно. Уровнем даст. Давайте я тут стены восстановлю. Египтянин, принимай, дружок. Тут еще вон можно кое-что повырубать все-таки. Под Магнусом-то. Вот это, например. Или тут у нас нету холма. А, здесь просто лук. Ну вот эти. Холм. Вот это вот все вырубать надо. Thus it is necessary to note. Так, итого у нас, давайте еще раз, этот корпус есть, тут что с корпусами, рыцари не в корпусах, сколько штук, 1, 2, 4, 5, 6, тут я сделаю корпус колясок. А гвардейцы титанцев могут выстоять? Да. Какая у них там способность-то? Плюс 10 на своем континенте. А, ну то есть в Руане они все-таки не выстоят. Руан и Тулуза у тебя не на твоем континенте. Инвиктус. Вот тебе Руан пригляделся, а? Ну где, блин, ну от него в 5 клетках. Нет. Столица моя, ну у тебя, у тебя мало городов. Ты еще видишь во мне угрозу, Алексей. У тебя в 2 раза больше науки. Ты во мне угрозу ищешь? Знаешь, знаешь басню про волка и овцу? Ты в танке видишь намного раньше меня. Да, правда, нет. Еще видишь во мне угрозу. Я... Ну не надо меня слушать, Алексей. Вообще не слышу, чтоб ты смеялся сейчас. Ну, не смешно мне. Так я тебе и не пытался смешить. Вот и поговорили. Каждый остался при своем мнении. Так, давайте я тут куплю еще одного строителя. Потом я куплю археологов. Наверное... Ну, если не будем ходить полный таймер, будет легче. Плюс. Война вроде. Война. У Алексея? У меня куча юнитов. Ты извини, конечно. Вы меня заставили с греком настроить их. Я тебе могу предложить их удалить. Сейчас так и сделаю сейчас. Блин, как я не догадался. Лайфхак. Айнвитус хорош. Я не советую вообще. Слушай, может мне еще города какие-нибудь тебе передать? Ну я пытался. Если я с одним городом останусь, я вообще буду уходить быстрее всех. Я пытался тебе помочь, а ты не дал. Запретный город — отличное чудо. Вот шпионы, чтобы быстрее работали, возьмем. Так, надо
в бомбе. Потом от арбалетчика помогаешь, 6. Чтобы я не грабил ему караван. 3. Ты просто там стоишь. А ты караван его не разграбишь, который ко мне идет. Почему? Я разграбил уже один. Там это как-то так действует очень странно. По идее, у тебя не должно быть такой возможности. Плюс 100. На его территории могу, на твоей, может быть, не могу. А, ну, вот. Они нормально просто золото дают, поэтому... Не, я вот так бегаю. Не, ну это типа не быстро все будет происходить. Мушкетеры появились. Корпуса. Я чувствую, что я заберу нормальные города только на танк. Ого, 800. Дорого, но оно того стоит. Это твои корабли. Я только понял, что это его корабли. Прикольно. Ладно. Не, я просто думал, это твои корабли, честно говоря. А почему я не могу поменять? А, я, блин. Я и плыву на расслабление. Ладно, следующим ходом. Это вражеские корабли. Раз, историческое, два. Вот тут три, прям рядом все. Сюда отправляем. Шоколадку обрабатываем. Четыре. Ну, давайте, да, в боковую отправим. Здесь пару колесниц тоже. Два посла. Залом, естественно. И... Давайте, наверное, Вильнюс. Так, давайте сам. Колесницу не поставил я карточку, что я принял карточки после постройки запретного дворца, тут еще они открылись, так что следующим ходом придется еще только пошел. Делать так массовое производство, ну короче, сталеварение. Что тут этот, кстати, какого средневековья и возрождения? Я думаю, его можно использовать и сделать. Вот. Что он делает? По-моему, корпус. Вот как раз из бомбарды. Ходов закончится быстро, как-то эпохи идут быстро. Да, если по науке еще как-то ровно, то по культуре я, конечно, там всех обставляю. Так, этот в этот формируется. Туда бежит корпус. Сюда тоже бежит. Не успел.
Давайте еще раз проверим, сколько у нас таких колесниц. Уже, значит, нам нужно 6 колесниц. Сделано уже 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, одна из них, правда, корпус. Что уже лишние. Но мы можем больше сделать для армии, например. Почему нет? Я в армии тоже должен быстро выйти. Давайте, наверное, я поставлю карточку здесь на армии. Ну, не на армии, в смысле, на кавалерии древнего мира и античности. Тогда мы будем просто объединять сейчас. Так делать. И с рыцарями уже армии конкретно. Так, здесь рабочего. Здесь продолжаем колесницу. Здесь тоже. Здесь тоже. Жемчуг, блин. На самом деле Квилла очень производственный город, просто мало обработано все вокруг него, то есть это надо все вырубать. Возможно, стоило чечницу, конечно, построить, но что-то меня это не впечатляет. У нас тут по армиям 1192. Ну это он апнул мамлюков своих. Знаете, что когда я выйду в танке, у меня будет очень сильная армия. Виктус отстает. Ну вообще мне в танке еще далековато. Броненосец я не построю. Артефакт я добуду сейчас. Может уже тогда начинать эти проводить. Дает еды, производство. То есть мне эти вот реликвии очень нужны. А арму кто захватывает? Ты тоже, Инвиктус? Угу. Вот ты сегодня вообще какой-то очень всех захватит. Так, а что я тут рыцаря строю? А, у меня здесь... Да, у меня здесь, я понял. Археологический музей. Потому что у меня здесь военный лагерь.
Я ж тебе готовлю города, Алексей. Арма мне не нужна, спасибо. Вот, я стараюсь. Вот зря. Так, этого... К этой армии рыцарей. Так, и сюда еще одно. Предложение. Еще один. Ну, вот этих вот, ребят. Наверное, принял. Опять у меня предложение. Это вирусное предложение. Так, а мы паузу поставим, да, наверное? Не надо, не надо. Ну, давайте там, не знаю, секунд за 20 до конца походим. Но я паузу поставлю, потому что в прошлый раз как-то не очень удачно. Так, значит, этот с этим араб будет. Конечно. Алексей, ты хочешь замириться, я дам себе два города. Тебе до танков. Да я тут просто понял, что эти города мне все-таки нужны. Два хода. Вот эти. Вот эти два? Вот эти два, да. Не-не-не-не. Ну ты можешь забирать дом. Дальше я буду топить твои корабли. Так, по-моему, все уже. Это с этим, это тут мы объединим. И все. Можно больше колясок не строить. Фантома же по-моему лишние настрою какие-то. Ну как с какой? Хочешь там отдохнуть? Хочу нет. Поучаствовать и тяпать все кусочки, если успею. Он учение там проводит. Нулевое. Да, учение на границе. Маневры. Если вы в шестой цели не успеваете что-то выбрать в строительстве или в исследовании, то это ничего, потому что он переходит на следующий ход. Не хочешь Инвиктусу войну объявлять? Могу попилить за военный союз. Ты не думаешь, что... Кстати, дайте кто-нибудь шотландцу военный союз, там, Египет, Индус, кто из вас может объявить войну Аравии или, ну, Аравии, чтобы там не все так просто было? Тут ничего простого, мы стоим. Да тут просто... так все непросто. У него куча пикинеров. Один-то я справлюсь против одного, но вот против не, ну, Грузии. Здорово, но араб два города захватил вообще-то у шотландца, так что... А это далекие города. Не, он нормально отбивается. То есть я знал, что это будет долго. Просто не было смысла ждать. Да не, ну ребята. У него три города тут, конечно, хорошие, но тут такой пятачок. Мне бы в темный век выйти, но куда не получится. Мне кажется, ничего не будет светить. А что я еще построю? А, Тадж-Махал. Сколько ходов, значит, стоит? 8. О, скульптура, здорово. Тоже то, что мне дает бонусы как раз. Потому что ты пропустил кого-то. Да? Да. Вот открывать, но не так. Так, ну опять задержание юнитов поставлю. Может, вот теперь дополнительную культуру взять? Шотландец, предложение. Так, подождите. В каких у меня тут... Тут еще нету. Да еще и должна быть бонус соседства какой. Ай-яй-яй, Виктус, какой ты негодяй. Вот так, я тебя плюс обвинил. 2 только. Ну тут плюс 6. Вообще тут, кстати, плюс 6. Официальненько все сделал, красиво. Да, я думаю, ты не успеешь ничего сделать сейчас. Ты сжег мне город? Ты сжег его просто?
Через три хода Халецкий приедет танками. Слушайте, а кто вот видит Умбан за Конгом и театральную площадь? Почему в ней 6 культуры? Это при том, что я карточку ни на какую на за соседство театральной площади не ставил. Так этот, как его, Вильнюс? Нет, за соседство 6 у него. Ну а Вильнюс что делает? Вильнюс дает на побережье. Нет, на побережье дает нам модол. За наивысший уровень действующего союза за все... Так, за наивысшее. У меня нету ни с кем третьего уровня союза. У меня первый уровень с Аравом и два уровня с греком. Неправильно трактуете. А у тебя на английском, кстати, ссыла? У меня на английском, но написано то же самое. For the highest active alliance level, all you see at a square, districts received plus 50% DSNC. Хорошо, даже если 50%. У него тут должно быть просто плюс 3 у театральной площади, потому что центр города, правительственная площадь и два района рядом. Плюс 3 должно быть у театральной площади. Если даже дает он плюс 50%, то это плюс 5 максимум. Хотя тут все вроде к меньшей стороне. То есть тут должно быть плюс 4. Плюс 6 тогда откуда? Сложно сказать. Давайте. Багицин. Содержание юнитов. А остальное, наверное, все оставим. Не буду я это брать. Приятный баг какой-то. Не, но у других районов, вот у меня есть район рядом с Вильнюсом тот же, там плюс 2 культуры. Это как и должно быть. Давайте я тут построю строителя. Тут вырубим. Уже стрельцы и георы начали. Сейчас у меня будут умирать припаски по чуть-чуть. Еще успел. 4-4-8-2-6-6. Вообще я могу же в город зайти, что я выделываюсь? Я удивляюсь, как еще Египет грека не забрал. Блин, я что-то не понимаю. Вот я зашел в город, там же по конкретика написано. У меня написано, что этот район получает две культуры от каждой соседней клетки чудо света. Да. Но я не вижу, чтобы этот район соседствовал с чудом света. То есть вот у меня район плюс 6. А это плюс две культуры от чуда света, плюс одна культура от соседних клеток с районом и плюс одна культура от правительственной площади. А также... А, ну и все. Собственно, даже так плюс... Подожди, это не объяснение. Это он объясняет, откуда я могу взять культуру, да? Араб, что дашь за шпиона моего... То есть, что хочешь за моего шпиона? Подожди, давай чуть позже решим. Повесь его. Летину его. Вертус, ты бешеный, тебе на гильотину надо. Ты сегодня просто... Я сам не свой, да? Да, что-то с тобой происходит. Ну и предложение. У меня ваши предложения метай. Постоянно на них вылетаю. Уже серьезно что-то делать через 5 минут. А, сейчас ты ничего не делаешь. Ну то нет смысла там, повышать. Флота, их объединять буду все равно. Окей. Нормально я начну что-то делать через 5. Мне нужен национализм. Может даже больше.
Так, 7 ходов, и мне еще 8 очков требуется. Торговец. Кстати, генерала вот можно взять. Хотя он кому не дает. Строитель Алексей Района не строить. Средневековье. Эпохи Возрождения. Нафига он мне нужен? Ну, не нужен. Алексей, какой ты хочешь район вообще построил? На твой вкус не, коммерческие, не, промышленные. Эти промышленные. Ой, плюс 5. Как тебе плюс 5? Отлично. Ну это какой-то хит уже, я не знаю. Потом Инвиктус будет кричать: идите, заберите меня, и в итоге не сдаваться, воевать и вылетать каждый ход. Не, Алексей, я тебе бомбарду построю. Бомбарда тоже здорово. Вот, поставил тебе бомбарду. Раб, напоминаю про моего шпиона. Да, так, да, я посмотрю. Я бы просто ресурсов каких-то у тебя взял. Два ресурса готов дать за шпиона? Нет. Серьезно, тебе жалко двух ресурсов за шпиона? Ну, он не прокачанный, он только первую свою эту пытался сделать. Лёш, предложение. Он пока у меня, ты не можешь новых строить, если нет лишних слов. У меня пока есть возможность новых строить. Не, ну два ресурса, извини, это... Они тебе будут 30 ходов работать, это очень... Я тебе деньги готов дать? Деньги у меня и так есть. У меня есть ресурсы на продажу. Янтарь, нефрит интересует? Меня все интересует, если вы... Блин, у меня янтарь вот здесь есть. Ну, у нас с тобой один континент, мы вообще рядом. Да я в курсе, я жду, я пол игры кликаю на Ганди, жду, когда у него появятся парные ресурсы, и у него никогда их нет. Опа, Клеопатра. Алексей, я за один ресурс. Вот это можно обсудить. Ну вот, видишь, мы с тобой могли договориться. Давайте, наверное, тут поставлю, да, убираю. Блин, только сейчас тут поставил шахту. Чё вообще за дикий континент? Я шоке сам. У греков с Египтом такой одище, это какие-то архипелаги просто. То есть они вроде как запавнились там на материковой части, но там есть острова, и не один, и не два, и не пытаюсь три. Пытаюсь найти на этих островах вот эти гвешки легендарные, которые... Как мне вот кажется, по логике, вот из того, что я сейчас вижу на карте, то, конечно, греку скорее с Египтом стоило воевать. Его захватывать. Да, Египту надо было грека выносить. Ну, я не думаю, что на гоплитах эти коляски там хорошо пройдут. Нет, не рано, а попозже. Ну, попозже, да. А Инвитусу надо было расселяться, и у него было бы офигенно тут развитие. Я не видел, Алексей. Я не знаю, Лёш, ты вот Чинай мой видишь? Нет. Я только границы твои вижу. Ну и Патну. И все. Слушай, это Патну ты только что поставил и столько клеток сразу скупил, что ли? Или что это? Ну я карточку просто поставил на эту. На. Ну да, скупил. И сразу там обработал территорию так. Нету два строителя сейчас, а это... То есть ты карточку поставил, чтобы на других континентах сразу давали... Не-не-не-не-не, карточку, в смысле, скупать клетки я поставил на ход, скупил и убрал. У меня золото и так просто есть. У меня камыч 256 идет. Че он в казне будет залеживаться? А так хоть город и клетки будут обрабатываться. Тяжелую колесницу. Или я просто не успел еще выбрать, что строить. А, мбан, ну можно, да. Я что-то не строил еще мбан? 19 культуры.
Брат, что с тобой? Ну, он быдло бескультурное такое. Ходит в этих... в юбках. Нет, вот это 19. Вот. Зачем, еще раз, у кого? У шотландц. Ему города подрезали. Ну, эти города не сильно, но там нету культурных районов. Ну да, ну надо же как-то, правда. Да есть, есть. Алексей, я тебе кидал этот... предложение. Тебе не пришло? Принял. Алексей, может, поживем дружно, Алексей? Ну, поживем дружно. До танка. Как легко это было. Ты сказал два хода танки. Где твои танки? Инвиктус, я тебе наврал, Инвиктус. Инвиктус, ты же сам раньше просил до танков. Некрасиво, Алексей, старшим брать. Ты старше меня? Блин. Я думаю, да. А что, у тебя 48? Я 48. И меня опять обманываешь, Алексей. Дважды уже. Так. Что мне тут имеет смысл еще построить? Военного инженера, может? Или может исследовательские гранты уже запускать, блин? Что мне тут? Этот фантом, а там снизу кораблики еще плывут, или я могу расслабляться? Ну, я не знаю, может, он идти куда-то уйдет. Они все равно возле тебя должны проплывать. Ну, да, давайте проплывали вверх 6 штук, вроде бы, я не знаю, куда они делают. Уже больше нет. А, ты все 6 разложил? Ну, один остался. Плач больше нет. Тут... Так я ж сразу на эти на строителей. Я, правда, город потерял. Стены не успел там. Так, археологический музей. Ну что, покупать? Надо покупать, наверное. Не, хотя там было три района. Археолога, потому что он очень круто. Строится он сколько? Страшно, я приобрету больше. 6 ходов. Не, давайте. Я дострою, а этого куплю. Дело, что танки на города по 74. Но танки тоже, в принципе, рано или поздно придут ко мне. Ну, там даже не столько танки нужно, сколько арта. Арта у меня скоро будет. То есть есть чем юниты продавливать. Арта решит все вопросы. Что надо уже выходить, ну, быстрее. По себе юниты нормально ломаются. У меня же, как всегда, может не быть нефти на земле. Это вообще будет фейл. Хотя у меня уже столько территории. Стоит просто на реке. До момента, пока у меня не появится. Блин, я что-то в этой игре даже великих людей даже не нюхал. Такое бывает. Все, выгнал всех. Это здорово. Только так это вот, запашок какой-то появляется и сразу исчезает. Отлично. Я еще юниты себе заодно прокачиваю, это очень приятно. Давайте, наверное, пока Магнуса. Я даже не буду, Алексей, тебе предлагать всякие глупости. Какие? Там, наподобие дружбы и так далее. Давайте вот этот на родной территории увеличивается на один. Возвращаться уже домой. Так, где тут у нас? У вас закончился, да, союз вон там? Да. Я через вот. три хода начну реально что-то делать, пока вот. Еще не могу. То есть я там теряю по чуть-чуть этих своих мамлюков, но я на них особо не рассчитываю дальше. Буддист, ты нам здесь не друг. Так я только в армии распространяю. А это разведка у тебя там бегает, это не... Я не буду тебя там распространять.
Я просто пытаюсь найти ГГшки, понимаешь? Какие-то еще. Я уверен, я знаю, что есть еще одна финансовая ГГшка. И я ее очень сильно хочу найти. Ты до нее долго путаешь. Она на острове, да? Я тебе помогу. Ты мне дал денег, сейчас тебе поставлю метку. У меня как раз корабли там справа от Египта. Если ты вы об этой зоне, то я как раз там плаваю сейчас. Ей! Куда она? На, брат, тебе стоп. Так, это вон сюда надо. Ребят, вы поаккуратнее с метками, вылетаем же. Нет, это маскат. Где маскат, я знаю, есть вторая. А, кажи, не объясняешься свои действия. Прости. Ну, лучше метки не ставь, да. Если она на острове, справа от Египта, я там плаваю, я там рано или поздно найду. Сколько ходов? 5 ходов. Вот, кстати, к слову о банах и защитниках веры и так дальше. Вот если бы мы играли с без банов, шотландца бы уже не было. Его бы парни умирали от моих мобляков, при том, что от кавалерии. Это ты к чему? Потому что банить нужно. Потому что иначе было бы очень все тяжело для людей, которые не идут по религиозному пути. Эй, вырубля тут просто уже. Ну, для Магнуса ждать. Тикванга пообрабатываем. Ребят, как же вы, конечно, не пропускаете ученых? Нужного для себя я собрал. Так, день есть нефть. Е-е-е. Тут еще две нефти. У-у-у. Отлично. Так, а где... Вот. Так, значит, надо рабочего сюда направить. Здесь сразу добудем нефть. Сколько мне до армии остается? 6 ходов. Тоже неплохо. Города с населением 15, к сожалению, нету. Да, с культуркой в этом. Это похват. С банзы Конго 408. Так, 4 хода, 4 очка. Давайте в Египет куда-нибудь отправим, что ли. Тут только все печально. Так, этот парень в Вавилоне отправляется домой. И почему-то мои города не сверху находятся. В чем прикол такого расположения? Так, ну и в Родосе. Не, давайте найдем источники. Так, мбанза завершено. Ну, тут и ГГшка, в принципе, одна культурная, это тоже имеет значение. А вот и Лиссабон нашелся. Амфитеатр. Ну, в новое время тут будет считаться, или я здесь уже в новое время? Нет.
Мне за новое время должны дать сколько-то очков. Кстати, я здесь могу флот купить. Ну, плюс 3 очка, отлично. Еще могу, наверное, галеру. Пока выжидаешь, ты ждешь, когда я буду активнее воевать. Просто все равно почти все войска у меня стоят на границе со мной. Ну тут как бы вариантов вообще немного. Что-то с великими людьми. Нет простора для оперативной деятельности. Ну, это так себе. Это хорошее для чудес. Вот, мне какое-нибудь чудо можно построить. Может, рурку? А да рурку не, я не вышел. Не, юнитов столько нет. Я пойду сразу в двигатель внутреннего сгорания. По идее, когда я применю этого ученого, у меня появятся танки. Мне там Вавилон не перекупили. Этот к какому городу? К Квиле. Относится. Пикинёров просто уже стоит. Губернаторский титул. А сколько чудес должно быть? 4? Наверное, но я 3 нашел. Ты нашел эти острова? Галапагосские? Да, сори, другой. Блин, а где у меня рынок-то? А, вот тут. Не, я тоже 3 нашел. Ну, недорого, кстати, районы да, покупать. Да. Это я сейчас прокачал Рейну на покупку да, районов. Да. Альгамбру. Еще кто что-то знает? Готов обменять информацию. Переход, да ну должен одно очко. Возрождение промышленной эры. А танчики у нас в новом времени. Не, должен получить очки за выход в новую эру, ну. Но нормально все будет. А, ну вроде просто рассекло. Греция получает Тамерлана. И что Греция с ним будет делать? Засаливать будем его. Кстати, Ганди похоже в авиации. Такой вот Ганди. И чего ради? Не знаю. Так, ну в правительственную площадь. Он как раз вот эту всю ромашку контролирует. Напоминаю, что шпионы действуют в одном радиусе от того места, где они сидят. Ну вот почему я не могу объявить протектората? В чем смысл тогда? Ты не можешь никто все объявить? Нет. Это вообще тупо. Это, наверное, самый тупой казус Белли. Ты был союзником этой ГГшки? Да. Я был сюзереном армы. Слушай, какие вообще чудеса есть на планете? А то я только одно нашел и все. Хорошие. Копье есть. Ну, копье есть. Да. Это у кого так свезло? Лиссабон. Его Лиссабон есть? Не, ну просто как бы это так далеко, это так не нужно. Чудо или что? И по идее 4 должно быть или как? А, копье, да, да, я куплю. Так, а ты какое еще знаешь? Не, я в
Три хода до армии. Я просто... Я думал, копье, а такое что-то другое, честно говоря, всю эту жизнь. Не, я думал, копье — это штука, которая... Чудо, которое, типа, как арка, типа, такая. Не, арка — это... Ну, короче, это плюс 5 к силе дает юнитам, проще это, скажем. Что оно делает, я знаю, да. Я просто не знаю, как она выглядит, никогда ее не видел особо. Оно не пишет, блин, нигде, что у юнита плюс 5 к силе. Когда наводишь на него, пишет. А вот тут мы уберем... Ладно, давайте на промышленную зону. А если у тебя сына? Или дружба? Какая разница? Ну, там не расписывают тогда. Так, ну давайте по городам пройдемся. По-моему, через Alt или Ctrl как. Берешь своего воина и на чужого. Я, кстати, сейчас я могу наводить, потому что мы в союзе, фантом. Это, видимо... Ну, я почему-то идти рыцарем могу, а арбалетом не могу, арбалетом не показывают. Мне тоже арбалетом не показывают. Ренджовыми не показывают, бомбарды тоже не показывают. Что-то там фантом за синтепоп 80-х слушаешь. Что-то играет. Пришли какие-то люди, что-то сидят, играют, да? Так. Почти так все и было. Ну, то есть армиями танков, плюс еще будут корпуса, арты. Наверное, стоило поднастроить еще арты, конечно, чтобы были не корпуса, а армии арты. Ну, я думаю, этого достаточно будет. Вполне. Сколько там в танке будет выход? 3 хода. Ну, практически вот выхожу в армии, вот выхожу в танки. Наверное, надо уже объединять. А, ну у меня нету карточки для... Я не поставил тут еще карточку для апгрейда. Надо было сейчас поставить, апать коляски в рыцари, объединять их. Только лишние ходы будут. Дали очки за выход в новую эпоху. Отлично, опять сообщать нет, это я ее уже нашел. Два хода до танка. Что ж, Шотландия все настолько плохо. Мобилизация 2 хода. Танки. Инженер. Чудо. Ну, мне бы в рурку, конечно, я этого инженера. Просят. Так, это мы объединяем, тут мы объединяем и тут мы объединяем. Стою здесь, пока подожду. Так, это чудо. Он должен... Как там рурка? Рядом с рекой и рядом... Рядом с промышленной зоной и рядом с рекой. Вот промышленная зона, вот река. Например, здесь можно разместить. А, нет, это Мбанзаконга. Где от этого... Или я в этом городе не строил промышленную зону? Вот, построил только что. А где я ее построил, блин? Вот она. Рядом с рекой здесь. Хорошо, тогда я в Мбанзаконге. Могу лучше здесь, в Мбанзаконге, вот на этом месте. Пойдем соберем пшеницу тогда. Чтобы не пропадало.
Так, ну тут мбанзу я построил. Чиниться 5. Ну тут уже нету практически никаких. Строитель. Давайте арту. Никому синька не нужна. Что? Нужна инвиктус. Слай. Так, у тебя одна свинка. У меня 3 свинки. Мне показывают, что у тебя одна. Ну, если говорю, что у меня 3, значит у меня 3. Я могу спокойно обменяться, это не самое, что, да? Ну, а почему дальше? Трудовая дисциплина и иудаизм и православие есть? Потому что они одновременно создали. В отличие от пантеона, который по очереди дает, здесь как бы когда апостолы появляются, тогда и появляются. Точнее, когда появляются. И поэтому два человека могут одновременно создать религию, и таким образом у них будет одинаковая штука. Интересно. Да. По войне 1423-1137. Египет, я так понимаю, что ты на грека даже и не планируешь нападать, судя по твоей армии. Так, а зачем? Мне вот города вообще ничего не дадут. Да ладно. Ну, блин, у него столица 9 уровня. Причем тут какой уровень у города? Ты на районы смотри. И вон куча районов построена. Так. Еще надо тут эту мясопилку сделать. Хоть какое-то производство в этом городе было. Следующим ходом ап. Или сюда, сюда сначала сбегаем. Что? Виктус, что ты спрашиваешь? Уйти хочешь? Нет. Давайте, наверное, в Хатусу. Чтобы уже по максимум науку получать. Посмотрим, 190, 152. Халецкий по культуре выигрывает немножко. Вообще не старался по культуре выиграть. Антон явно у меня Вильнюс будет стараться перекупить. Ну все, следующим ходом карточку на апгрейд.
все, что у нас тут есть, апаем в танке. Потом еще один ход, к сожалению, это я немножко затупил, надо было раньше. То есть надо было раньше апнуть в рыцари и объединить их в армии. Гвардейцы как бы как считаются, как и... Пехота обычно. Пехота, да? Ну, плюс еще во рту будем апгрейдить. Сколько во рту стоит? 230, то есть будет 115 стоить. Дают или производство. Блин, Авендиус Рурскую долину построил. Промка или пища, да? Ну, я в танке шел. Что же сделать? А кто это, кстати? Это шотландец или... А, египтянин? Ну, это не страшно. Пытаешься что-то строить, да? У него от какого города? Написано. Ракидета. Ну, вообще здесь много производства. Не успеваешь выйти куда-то? 5. Да, веры не хватило. 15 на стены, чтобы в золото выйти. Фига себе, 7, 6, 21, 28. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!